наверное, вряд ли. Почему? Хороший, да, даже связь хорошая у нас идет. Всем привет. Ну, лично у нас рабочий день уже закончился. Азбуки вкуса у нас рядышком нету. Есть Лэнд. Тоже приходится вроде осваивать новые территории. Новые территории, никто не знает. Кто-то меня даже боится. Но так оно всегда и бывает, да? В Азбуке вкуса нравилось, что уже все знали. Здравствуйте, Александр. Вам как обычно, все хорошо. Оба магазина премиальные. Но, не знаю. Азбука вкуса была как-то милее нам уже, да? Ну, и там вкусненько, хорошо. Она была дороже, но вкуснее. Павлодар. Что за пятно на переносице? Это последствия пластической операции. Так. А что-то холодно у нас здесь. Так это же загород. Как нам еще? Сейчас посмотрим. Ну, мы уже на самом деле были в Лэнде, потому что это единственный нормальный магазин.